Делегация Дальневосточного федерального университета, которая представляла Приморский край на конкурсе «Всероссийская студенческая весна», вернулась во Владивосток с победой. На юбилейной студенческой весне, которая в этом году проходила в Челябинске, представители ДВФУ взяли несколько призов. Гран-при в вокальном направлении получила группа «Талисман Бенд», а коллективы «Брависсимо», «Час пик», «Алитея» и «Дости» взяли лауреатов различных степеней в танцевальном направлении. Это было круто, это было здорово, это было радостно, весело, по-студенчески. И мы победили в номинации «Эстрадный вокал», «Эстрадный вокал юбилейный». На юбилейной всероссийской студенческой весне мы взяли гран-при. В музыкальном направлении мы взяли гран-при. «Талисман Бенд» – это круто! Мы выступили очень достойно, очень хорошо, даже лучше, чем в Москве перед этим. Но по решению судей, как судьи говорят, то мы были не формат. Результатами очень доволен, делегация очень выступила достойно, я считаю, заняв призовые места и привезя очень хорошие эмоции. Помимо всего прочего, ансамбль современного танца ДВФУ «Алитея» получил приглашение для участия в церемонии открытия и закрытия «Универсиады», которая пройдет в Казани в 2013 году. В этом году делегация от Приморского края была рекордной. В Челябинск из Владивостока отправился 41 человек. В состав делегации вошли студенты из всех университетов, которые теперь входят в состав ДВФУ. Приехала делегация с Всероссийской студенческой весны юбилейной, которую совместно с ДВФУ отправляла администрация города Владивостока. Достопримечательно, что мы уже второй раз привозим гран-при в вокальном конкурсе, но и традиционно не уступаем места и в танцевальной номинации. Достаточно высокий уровень, но я вот впервые лично был. Могу сказать, что делегация Владивостока, она же Приморье, она же ДВФУ, соответствовала. Единственное, что хотелось бы, конечно, посмотрев всю эту кухню, на будущее быть представленными гораздо в более широком формате. То есть сегодня были представлены в двух направлениях из пяти. То есть музыкальное, вокальное, еще есть театр, оригинальный жанр. Ну и самое главное, в оригинальных программах хотелось бы их уже в следующем году это сделать, потому что, ну, мне кажется, мы можем это сделать достойно и реально претендовать на то, чтобы быть в общем зачете, в, ну там, как минимум в первой шестерке. А сейчас отвечаю, как